Алло. Здравствуйте, Дарья Александровна. Да. Меня зовут Владимир Мамаев, я защитник. 17 числа произошла авария, ДТП. Вы приезжали в отдел полиции номер 1 и давали объяснение. Я вот хотел у вас уточнить один вопросик. Угу. Можете как-то в двух словах сказать, что произошло? Ну, мы приехали, но отказывают от медосмотра, медпомощи. Агрессивен был. Все. Ну просто смотрите, я как бы там видеодозор снимал это все. Я не увидел там никакой агрессивности, ничего подобного. Просто... Для нас он был агрессивен. Я еще раз говорю, там на видео заснято, я поэтому пытаюсь понять, почему вы уехали, не оказав ему никакой помощи. Вас сотрудник полиции попросил. Потому что он не дал затем медицинскую помощь. Он не хотел осматриваться. В чем это выражалось? Он сказал, что ему не нужна скорая помощь. Вы видели, в каком состоянии был? Видели. В каком? Он разговаривал с нами. О чем? Я уже не помню, это было 18 числа. А вы можете уточнить? Я буду сейчас просто вас в качестве свидетеля вызывать, потому что ваши показания, они как бы немножко не сходятся с теми видеозаписями, которые там есть. Должность ваша какая? МО, ССМП, а должность какая конкретно? Фельдшер скорой помощи. Фельдшер, тоже фельдшер. Угу. Скажите, пожалуйста, на вас сотрудники полиции как-то оказывали давление? Что написать? Нет, не оказывали. Ну вот я читаю, в объяснениях написано: на вопросы сотрудников ГИБДД о необходимости проследовать в больницу МОНД не отвечал и во всех других административных материалах не расписывался, отказался. Ходатайств заявлено также не было. Вы участвовали, я так понимаю, в данной процедуре административной как-то? С какой целью вот эти вот объяснения были даны? Ну, они спросили при нас, хочет ли он проследовать в МОНД в больнице. Я сказала, что в больнице. Он сказал, нет. При вас спросили. Я еще раз говорю, ведь сотрудники вели видеозапись на дозор. Эти видеозаписи... Я поняла, что там до видео. Я видела, что они снимали видео. Да, ну вот я и пытаюсь понять. Ведь этого ничего не происходило. Вы там были буквально чуть-чуть. Женщина взяла просто... Я не знаю, может, это вы. Я как бы не могу сейчас определить, кто из вас, кто на видео. Значит, человек лежит на этой скамейке. Женщина его пихает рукой, ну, я так понимаю, думая, что он, наверное, пьяный или тому подобное, чтобы его разбудить или тому подобное. Он в ответ реагирует: зачем вы меня бьете? И дальше он уже смотрит на вас, скажем так, неадекватным взглядом и говорит о том, что зачем вы меня бьете? Он повторяет одну и ту же фразу. Человек попал в ДТП. Ну, мы поняли, да, но мы его не трогали, мы просто его не ударили, а просто подергали, чтобы он очнулся. Ну вот, вы видели, он очнулся. То есть, вы считаете, что ему не нужна была помощь? Ну, я не могу оказать ему скорую помощь, если он отказывается от медпомощи, осмотра. Вы понимаете? Как я могу заставить его поехать со мной, там, осмотреть его, если он меня ударил бы? Ну, там, во-первых, сотрудники полиции были. Мне вопрос в другом. Я имею в виду, что как бы он сказал, что мне нужна. Я спросила несколько раз. Если человек находится неадекватный, как вы оказываете ему помощь, если он в этой помощи нуждается? И как вообще определили, что он не нуждается в помощи? Вот вы пишите, был контактен, все понимал. Вот у меня сложилось впечатление, и не только по вот этому фрагменту, когда вы там были, и по другим видео, он не все понимал и был абсолютно неконтактен. Он был, кстати, при вас ему давали на шатырь. Он это так и в чувство не пришел в итоге. Это ж при вас было? При вас это было. На шатырь давала я, он пришел в чувство. Ну, я на видео смотрел, я вот не знаю, просто он был... Он на видео, я не знаю, говорил, не говорил, он говорил, зачем вы мне съете на шатырь. Смотрите, я так понял, все-таки сотрудник полиции ему на шатырь в нос давал. Потому... На шатырь дала я. Это ваша рука была? Просто на видео не видно конкретно, кто подносит на шатырь. Да, я подошла, он держал. Мы его потрогали, он не среагировал, я взяла с ним 14 спирт и дала ему на 14 спирт пары, как подышать. Человек, который приходит в чувство только после нашатыря, он находится, скажем так, в сознании, все понимает, контактен?
Но он же отвечал мне на вопросы. Он сказал, что мне нужна помощь ему. Да он может сказать все, что угодно. А может сказать, а вы кто? Мамаев Владимир Владимирович, я защитник. Я защищаю его интересы. Да. Я защищаю его интересы в суде. Сейчас я готовлю заявление в Следственный комитет на данных сотрудников полиции. В связи с тем, что они применили к нему физическую силу, издевались. Вот вы когда к нему... Я не видела, что его издевали. Ну, вы не видели, да, это понятно, что не видели. После того, как вы ушли, на него одели наручники. По-моему, я сейчас посмотрю, там, по-моему, вы даже когда пришли... Он был в наручниках или нет? Да, он был в наручниках. Был в наручниках. То есть человек находился в бессознательном состоянии, в наручниках, в закрытом, замкнутом пространстве. Вас не смутила вообще вот эта ситуация? Никак? Ну, вызывайте тогда меня на... Как вы будете меня вызывать? Ну да, как качестве свидетеля. Ну, просто я на всякий случай уточняю. Может быть, есть смысл, нет смысла вызывать вас. Ну, по ходу дела есть смысл вызывать. Как вы определили и определяли ли вы вообще, что он адекватный и в каком состоянии? От него были какие-то запахи спиртного и тому подобное? Там этого не написано. Я и говорю, что этого не написано. Я на это тоже обращаю внимание. Потому что мы сказали, чтобы этого не писали. Угу. Ну, а сам запах был или нет? Запах я не ощущала. Вы не ощущали, да. Ну, потому что я обратил внимание, ну, у вас как под копирку и то объяснение, и это объяснение. Но вот этот факт не обратен на внимание, что был запах, либо не был запах. Поэтому я вас и спрашиваю. То есть запаха не было алкоголя? Mm-mm. Не было. Я не считала. Угу. Спасибо большое. Но я не могу подтвердить, был или не был. Не, ну, да это никто не может подтвердить, потому что это может подтвердить только анализы. Да. Все, спасибо вам большое. Я постараюсь вас вызвать в суд, чтобы как бы вы дали те показания, которые вы сейчас, в принципе, подтвердили мне по телефону. Хорошо. Все, спасибо большое, до свидания. Мы должны вас посмотреть. Ну надо раздеться, надо посмотреть. Вот так. Что еще сделать? Как что? Разрываешь? Еще что сделать? Давление померяем. Еще что сделать? Ну не хочешь, не надо. Вам скорая помощь нужна? Мужчина? Мужчина, скажи мне. Скорая, ну вызвали вас специально. Скорая нужна? Ну, Станислав. Мужчина? Ну было или нет скорой помощи? Вы вообще откуда взялись-то? Вызвали. Врачи. Нас вызвали. Скорую вызвали. Не надо тебе скорую? Нет, зачем трогали? Как? Раздевайся, будем смотреть. Еще что сделать? В общем, вот. Тебе помощь не нужна, это дело, правильно? И тебе одна. Так я спрашиваю, нужна или нет? Ну, меня зачем тронули? Помощь нужна медицинская, Станислав. А помощь тебе что-то тронули? Тебе приехали помочь. Тебе не надо? Ну, меня зачем тронули сейчас? Помочь приехали. Нужно? Уедут сейчас. Станислав. Да, не надо, Станислав. Все
Расписываться будете? Вы отстранены от управления, отстранение расписываться будете, Станислав? Станислав, встаньте, я наручники с вас сняли, встаньте, ведите себя по-человечески, встаньте, нормально. Станислав, слышите? Будете расписываться, нет? Ну, в общем, я сообщаю вас, вы отстранены от управления автомобилем своим Ford. Отказались пройти медицинское освидетельствование, проследовать больницу МОК для прохождения медицинского освидетельствования. Поняли, да? Станислав, слышите меня, нет? Понимаете, понимаете. Станислав, вы все не сбежали, мы на что-то я понял. Станислав, понимаете меня, нет? О, Станислав, что с вами? Скорая нужна, нет? М? Станислав, скорая нужна? Станислав, вы слышите меня? Скорая нужна? Все? Нормально все? Мол, поедете освидетельство не проходить, нет? Станислав, мол, поедете освидетельство не проходить? А? Медицинское свидетельство не мол, поедете проходить? А? Медицинское свидетельство не проходить? Ну шо шо? Мол, мол. Ну шо шо? Мол, больницу. Ну шо шо? Вы слышите? А что с ушами? Посмотрите, что там на клуб жалуется. Что с ним? Нормально, нормально. Нормально. Ну, мужчина, вы меня слышите? Слышу вас. А? Не слышите вообще? А? А? Все, мне сейчас вас опросить надо, что вы дурочку валяете. Все. Сейчас я вас опрошу быстренько.